О фальсификатах и некачественных препаратах активно заговорили с тех пор, как исчезли государственные поставки. От подделок ежегодно страдали сотни людей, честных производителей и врачей. Медики, в том числе и наши бийские, порой заходили в тупик от непонимания, что в лечении пациента они делают неправильно и почему процесс выздоровления затягивается. Не знаю, что назначить, потому что в городе вот из названных трех препаратов два применяются в акушерстве гинекологии. Это страшно. То есть, когда мы, извините, окситоцин ставим, нам надо спасти женщину, у нее кровотечение, а мы не можем, да, он, потому что он не действующий будет. По городу могу сказать, что у нас в лечебных учреждениях было три препарата, которые входили в вот этот перечень, они были своевременно изъяты. Препарат был окситоцин, рибоксин и адреналин. Естественно, они были изъяты сразу из обращения и не использовались в лечебной практике. Автор законопроекта – депутат Государственной Думы от Алтайского края, бичанин Александр Прокопьев. Он работал совместно с председателем Комитета по безопасности, противодействию коррупции Ириной Яровой. Принятие данного закона предполагает ратификацию конвенции Медикрим, а также позволяет ужесточить наказание за производство и распространение фальсификата на российском рынке. При всем понимании, что человеческая жизнь бесценна, мы постарались в этом законопроекте дать конкретные сроки наказания за данные виды преступления. По словам Александра Прокопьева, борьба с подделками – непростая задача, и к цели пришлось идти почти год. Депутат регулярно встречался с представителями министерств, фармацевтическими и правозащитными структурами всех уровней, и с врачами, с тем, кого данный закон непосредственно касается. В итоге документ получился с учетом мнения всех сторон. Принятие закона даст гражданам возможность покупать качественную продукцию, а у нечистых на руку дельцов снизится мотивация заниматься подобными преступлениями. Новый законопроект позволит устраивать внезапные проверки аптек и предприятий, занимающихся подделкой. Согласитесь, что предупреждать заранее потенциальных мошенников или преступников, что у них через 2-3 недели, через месяц будет проверка, не совсем целесообразно. Конечно, они успевают избавиться от тех фактов, которые могут указывать на их причастность к тем или иным нарушениям, а фактически преступлениям. Еще одна важная поправка уточняет ответственность за незаконный ввоз на территорию страны незарегистрированных препаратов с целью их сбыта. Таким образом, учтут интересы россиян, нуждающихся в специализированных лекарствах, еще не зарегистрированных в стране. При этом закон не ущемит их права. Ответственность ожидает только тех, кто незаконно ввозит незарегистрированные лекарства для извлечения прибыли. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, новости ОТН.